Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 октября и хочу вам показать теплицу вторую с ужасными зелеными стенами, которые я получила из-за того, что здесь была у меня натянута для утепления пупырчатая вот такая пленочка. Кто видел, смотрел мои видео с самой ранней весны, тот видел, что у нас была весна поздняя с заморозками. И для того, чтобы высадить сюда рассаду, я натянула для утепления, вот здесь был, вот отсюда и до пола, такая пупырчатая с воздушными пузырьками пленка. И вот что я получила в результате. Если ту теплицу, которую я вчера показывала, она была чистенькая, ее достаточно было из жука или из шланга, ну, этот купол помыть водой, то здесь придется отшоркивать, отдраивать в 2-3 этапа. Смотрите, что получилось. Между пленкой, которая была натянута, и стенкой теплицы взошла, конечно, у меня трава, она выросла вот до сюда, и она там вот в этом климате, во влажном, в жарком, доросла до какого-то, ну, расстояния, потом начала загнивать, сгнивать, подгнивать, вот цветут стены всеми цветами радуги, и вот при таких ужасных стенках, конечно, тут не обойдешься просто водой сполоснуть. Буду промывать на 3 раза. Хорошо, что погода позволяет. Только вчера убрали здесь урожай, не могла до этого. Я до того, как не убрала урожай, не могла ни убрать пленку эту, потому что томаты с колышками мешались. Не выдернуть траву, потому что пленка была вот здесь зафиксирована. И вот она все лето у нас росла. Как это? Пленка такая аж раздулась вот от того, что там, особенно если лебеда, вы знаете, она очень сильная, вот лебеда, она даже вот сюда высовывалась. Я здесь, видите, обрезала ей концы. Вот какое ужасное. Я не знаю, вот это вот зрелище, вот это сейчас дополнительная работа по промыванию тройному. Не знаю, будут ли они прозрачные или нет после этого. Мне даже не хочется на будущий год эту утепляющую пленку устанавливать. Вот это тоже негативный опыт, это тоже опыт. И вот теперь я знаю, что если пленку натянуть, то, возможно, там поселятся сорнячки и будут испортить потом всю теплицу. Ладно, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Буду сейчас мыть все это, драить шваброй, руками, щеткой. Очень не хочется.